Привет! Это первый день съемок клипа BTS. Сегодняшний режиссер — режиссер Чон, Джей Кей. И все остальные исполнители. Видно? Чонгук участвует в качестве режиссера этого клипа. Режиссер Чон, что я должен делать? Присядь сюда? Окей. Присядь там? Окей, сажусь. Режиссер Чон, я доверяю вам. Режиссер Чонгук снимает повседневную жизнь мемберов. Так круто. Режиссер Чон, хорошо смотрится. Используй эту сторону в качестве фона. Чонгук, встань туда. Сюда. Этот стул такой неудобный. Ах, отлично. Повернись. Я смотрю сюда и иду прямо. И тогда ты сразу же пойдешь сзади. Это мой дебют в качестве режиссера. Вправо, влево, вправо, влево. Вправо, влево. Мы впервые снимаем клип в такой комфортной атмосфере. Этот клип основан на предложениях мемберов. Пас пяткой! Намджун, ты круче меня в этом. Включая повседневную жизнь BTS. Ты такой лапа. Тебе нравится? Ай! Давайте послушаем песни Юнги. Ой, господин Дионис. Второй день съемок клипа Life Goes On. Окей, я сделал это. Фотографии посреди этого хаоса. На самом деле, мы не имеем в виду ничего конкретного. Но в нем есть посыл. Жизнь продолжается, независимо от того, кто мы и где мы. Всего один звонок, и все решено. Съемка приостановлена, потому что солнце скрылось за облаками. Здравствуйте. Соберитесь уже там. Сказали, чтобы мы подождали секундочку. У них там свои порядки. Солнце выйдет. Life goes on. Хорошо слушать перед сном. После сна и, наверное, по дороге на работу, верно? Мой вариант на закате солнца и во время еды. Тормозим! Режиссер Чонгук наблюдает со стороны во время съемок Джина. Что мне делать? Закрой глаза и наклони голову вот так. Ты должен направлять меня. Не говори, когда я закончил. Я просто говорю, что могло быть лучше. Здравствуйте, сегодня мы снимаем клип. Здравствуйте.
Хорошо, 1, 2, 3. Привет, сегодня мы на клипе. Вырезать, еще раз. Это место съемки. Все мемберы сейчас реально в хаосе. Но я верю, что ARMY смогут через этот клип почувствовать приложенные нами усилия. Мы закончили съемки клипа. Режиссер Чон, вы довольны? Я все еще думаю, что Джин Хёну следовало закрыть глаза. Еще раз? В любом случае, я думаю, клип будет отличным. Точно, и это еще не конец. Вау, это никогда не закончится. После того, как мы закончим это, он человек-планировщик. У нас будет итоговое выступление года. Погнали, приступим к итоговому выступлению года. Погнали, приступим к итоговому выступлению года. Когда я скажу «погнали», вы скажете «BTS». Итак, погнали, BTS! Благодарю. Спасибо за просмотр. За перевод благодарим фансаб-группу We Are BTS. Озвучил Кайл.